Чтобы мое место было бы здесь. А ты кто? Я уж. Ну, будешь меня спасать? Ну, сейчас. Ой. Только без щекотки, пожалуйста. Понятно? А что это за дыра? Какая? Вот это. Известно. Наверное, это какой-нибудь вход куда-нибудь. Вход? Как ты думаешь, Андатор, есть у этой дыры выход? Или у нее только вход и все? В том-то и дело. Если у нее только вход, то это просто дыра. А если у нее еще и выход, то это уже не дыра, а подземный переход. Переход? Куда переход? Куда-то! Ой! Знаешь что, уж это можно проверить, есть выход или нет. Нужно сунуть в дыру твой хвост и пощупать, как там насчет выхода. Почему именно мой хвост? Почему не твой? Знаешь что? Мой хвост, он там уже был. Вместе со мной, когда я прятался там. Мой хвост там тоже был, когда он тебя вытаскивал оттуда. Да, но тогда твой хвост нащупывал меня, а теперь он будет нащупывать выход. Ладно, держи. Ой, только ты осторожней. Ладно. Ой, ой, тихо, 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 тихо. А этот выход, он какой, на ощупь? Как это? Ну как, он гладкий, круглый, колючий какой? А, выход он светлый. Ты щупай, где светлее. Ой. Что? Капает. Светлые? Нет, острый, колючий. Нет, это не выход.
кажется, обвал. Что это? Где? Вот это. То плоское, то круглое. Ну и ну. Какая-то безвыходная дыра. Положи на место. Не трогай. Знаешь, по-моему, это чей-то хвост. А где его хозяин? Хозяин? Где-нибудь близко. Хвосты, они всегда вместе с хозяевами. Редко разлучаются. Может, у него нет хозяина? Может, он дикий? Да. А теперь что? Ничего. Диких хвостов не бывает. Если есть хвост, должен быть хозяин. Всегда. Это друга моего хвост. У меня друг есть. Уж. А это его хвост. Хвост, а хвост? Где твой уж? Может, этот уж отпустил его погулять? По-моему, он просто сбежал. А ну, говори, где твой хозяин? Ой. Что? Во-во-во. Там кто-то есть. В этой дыре. Видел? Там кто-то есть? А ну-ка, я его... А ты в этом уверен? Уди, Райт. Уверен. Держи! Он схватил. Меня! Вырывается! Держи его крепче! За хвост! Так он совсем уйдет! Тяни его обратно! Наматывай! Кажется, этот кто-то, который схватил меня за хвост, кажется, он меня тащит. Сейчас узнаю. Куда? А я, как же я узнаю, куда тебя утащили? Мне ведь тоже интересно. Здравствуй. Лисенок. Вот он, мой друг. Это мой друг Уж. И хвост. Это твой хвост? Этот мой. Значит, ты тоже тут. А вы думали, тут только твой хвост? Мы думали, он от тебя убежал. Слушай, Уж, а что вы там делали? Там, откуда мы вас обоих вытащили, тебя с хвостом. Сначала мы там нащупывали выход. Оказалось, что там кто-то есть. И как только так оказалось, этот кто-то схватил меня и потащил. Там кто-то есть? А он страшный? Кажется, он очень страшный. Я чувствую, что он очень страшный, потому что я его боюсь. Я его тоже боюсь. Я его опасаюсь. Я ведь так и не понял, куда он меня тащил. И главное, зачем тащил. А он не может оттуда вылезти. Я думаю, он может. Уже лезет! Что же ты? Сам нашел выход, а про меня забыл? Выход? Вот. А я думал, это опять вход.
Нет, я из него вышел, значит, это выход. А я все время думаю, как же это так? Два входа и ни одного выхода. Ты куда тебя тащила, а? А я так и не понял, потому что меня на самом интересном месте вытащили. Лисенок и барсук. А где они? Где? Лисенок, разве ты умеешь лазить по деревьям? Ой, ой, не умею. А как же ты сюда влез? Это мне самому интересно. Кажется, я сюда не влезал. Сюда, кажется, сбежал. Или вскочил. Как вскочил? С разбегу. По-моему, ты вскочил не с разбегу, а с перепугу. Честно говоря, меня теперь не очень интересует, как я сюда вскочил. Теперь, бусучок, меня гораздо больше интересует, на что я буду соскакивать. Хотелось бы на что-нибудь мягкое. Там одни колючки. Колючки мне не подходят. Колючки — это совсем не то, что хотелось бы. Где же лисенок и барсучок? Эй, где вы? Мы тут. А что вы там делаете? Хотим вниз. Так слезайте. Я-то слезу, а вот лисенок не умеет слезать. А нельзя ли меня как-нибудь отсюда снять? Можно. Это дерево можно свалить, чтобы оно упало. А лисенок, он тоже упадет. Ну да, они упадут вместе. Разве нельзя сделать как-нибудь так, чтобы оно упало, а я не очень? Нет, или вы падаете вместе, или не падаете совсем. Давай уж лучше прыгай. Не могу, боюсь. Ну, хочешь, мы тебя стряхнем? Стряхивайте. Почему не стряхиваешься? Потому что я крепко держусь. А ты не держись. Если я не буду держаться, я упаду в колючки. Ладно. Мы сейчас это дерево раскачаем, потом как отпустим. Он полетит, полетит и упадет. На что-нибудь мягкое. Где мне падать? Ищи где помягче. Ой! Ай! Ой! Ой! Во-во-во-во-во! Опять кто-то лезет. Это, наверное, тот самый, который тебя тащил. Эй, кто это лезет? Никто не лезет. Это я, лисенок. Я тут, в каком-то месте. Сейчас мы к тебе придем по подземному переходу. Как же мы войдем? Ты сам говорил, что это выход. Это оттуда выход. Отсюда вход. Где мы? Сейчас разберемся. Мы посередине.
Вход остался позади. Значит, впереди должен быть выход. А, вот ты куда прилетел. Тут тоже колючки. Ничего, не расстраивайся. Зато ты больше не будешь вскакивать на высокие деревья. Я больше ни на какие не буду. Я очень испугался, потому и вскочил. Ты слишком поторопился. Если бы ты так не спешил, ты бы увидел, что пугаться нечего. Прежде чем чего-то бояться, нужно сначала посмотреть, страшное оно или не страшное. А ну чего зря стараться? Ты его боишься, а оно, может быть, и не страшное.